время 7.30, понедельник, встал, как всегда, пораньше, хотя сегодня сон был получше, и дома не так жарко было. Встал на весы, несмотря на то, что я вчера вечером наелся, прилично так, 97 ровно, еще меньше, чем вчера был. Ну так, так что сушка продолжается, ну надо следить как-то, меньше этого веса я опускаться не планировал. Сейчас будет. Как всегда, у меня утром во все дни, хоть в белковый, хоть в обычный, кефир, который сам дома настаиваю, вот он в банке. И для пищеварения я всегда его на голодный желудок с утра выпиваю. А вчера решил побаловаться. За месяц сушки у меня же ни разу не было курицы. Полностью убрал. Ну, думаю, один денек сделаю, ничего. Сегодня. Вот, купил вчера килограмм грудок, порезал их маленькими кусочками и этим же кефиром залил. Тоже так, как сегодня у меня день белковый, углеводов не будет, от этого кефира мне не прибавится. Не убавится. На листик уже налил воды. Духовка включена. Должно быть очень вкусно и мягко. Получается, будет килограмм грудок и где-то 20 яичных белков сегодня. Я так прикинул. А, и один стейк уже вот мне размораживается. Получается, у меня сегодня будет нулевой день и 3 грамма на килограмм веса белка. Все свои нулевые дни я делал 3 грамма белка. Поэтому где-то 300 грамм белка сегодня получится из 20 белков, килограмма грудки и одного стейка киты. Почти разложил. По весу сегодня 97. По-моему, ноги стало видно. Еще лучше, конечно, здесь может цвет не тот быть. Так, ну все. А, грудки еще не доготовились, а мне как бы уже надо идти, не успеваю. Тут яйца у меня 20 штук закинуты, тоже только поставил. Поэтому решено выпить протеин, который я уже говорил, что очень вкусный. И вот, попробовать утро начать с него. А когда первый нормальный прием белка,
Уже будет попозже, где-то через час. Ну что, действительно, грудки получились очень вкусные. Сейчас поем. Также яичные белки. Хотелось бы, конечно, как сыну, гречку поесть. Да вот такую вкусняшку соком запить было бы вкуснее. Но меня ждут яйца. Надо чистить яйца. Покушаю. И сегодня будет тренировка с Оксаной. Сегодня как раз отсниму второе видео с ней. Чего мы достигли, сколько сбросили. Какой срок прошел, уже не помню. Ну, месяц-то точно прошел. Так что сегодня тренирую ее и сниму видео. Видео мы отсняли. Сегодня просто другой день, но я чуть-чуть прокомментирую. Напомню, что начали мы делать из Оксаны мужика, так как многие говорят, что ой, мне программа не та, мне то не то, мне там надо, это какая-то мужская. Вот тут пример того, что Оксана занималась часто вместе со мной, именно наши тренировки совпадали, все, что делал я, то и делала она. Где-то мы занимались порознь, то есть я сам по себе, потому что не можем друг под друга подстроиться. И мои тренировки меняются в связи с выступлением. А у нее все было всегда похоже. Это тройной сплит. Тройной сплит в конце иногда немного кардио. Ну, не всегда это было. Пресс за все это время качали раза два. Ну, это так говорю, когда силы остаются, как бы поделать можно. А в плане жиросжигания там или появления кубиков, это толку абсолютно никакого не даст. Что получили? Минус 5 килограмм, там чуть-чуть побольше. Ну, соответственно, объемы все ушли. Это не стали на камеру замерять, показывать, где сколько ушло. Ну, в принципе, я думаю, по видео будет видно. По ней, в том числе по лицу, как оно похудело. Время как раз прошел ровно месяц. Ну, в принципе, нормальный, стабильный результат. 5 килограмм в месяц. Что, 65, там 64 900, по-моему, было. И вчера 59, забыл уже. Ну, в видео это все будет. Так, что еще? Что главное для того, чтобы получить результат? Это... Первое. Стабильные тренировки. Оксана все делала четко, не пропускала, ходила стабильно. Второе. Стабильное, правильное питание. Оксана питалась так, как я говорил, все полностью, каждый день соблюдала. Было 64 900, там, да, что-то, или 65. В прошлом видео посмотрим. Итого, грубо говоря, чуть больше 5 кг ушло у нас. Сколько времени прошло, в общем? 21-го, а сегодня у нас, короче, чуть больше месяца. Сегодня 25-е, да, по-моему? Ага, ну все, пойдем тренинг. Улыбнитесь на камеру. Оксана, улыбочку. Оп, выводим. Все, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Помощнее два раза. Давай. Семь. Еще разок терпим. Давай. Сама. Ага. Ч
Что у нас? Жим потихоньку растет. 32 килограмма на 8 раз. Широким хватом. А вообще жать-то ей проще хватом поуже. Следующая жим в хаммере. Жим штанги мы сделали 3 подхода на 32. Постарались все по 8 повторений. Теперь идет у нас жим в хаммере. Здесь будем делать по 12 повторений. Опа! Все, выводи вперед. Ага, так. Все, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Два раза. 11, 12. Оп, отпускай. Так, третий подход. Или четвертый. Первый мы с десятками сделали. Два или три подхода. И вот это у нас крайний будет с девятками. Так, сколько раз? Семь. Ага. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13. Давай еще. 14. Еще. Так, аккуратненько сама сейчас скидывай. Согни. Нет, не напрямую. На грудь положи. Четвертое упражнение. Третий подход. Отжимания от скамьи. Грудь и трицепс уже забиты. На самом деле сегодня такая тренировка халявная. Отдыхи большие. У Оксаны просто сегодня такой тяжелый, третий тяжелый диетический день. Сколько раз? Таз держи выше, старайся. Уже все, движение очень короткое, практически никакого. Давай разок хотя бы так еще. Все. Локти держи. Давай вместе поехали. У нас второй подход. Но уже не работает ничего тут. Все, отпускай. Ну и мы сегодня что-то оба лентяи.